предлагаем пермякам открыть для себя еще одно культурное пространство. Это арт-резиденция. Здесь можно познакомиться с творчеством не только известных мастеров, но и открыть новые имена. Например, в рамках экспериментального проекта «Вход». Здесь вы видите экспозицию Яра Пикулева, который приехал к нам из города Палиха. Здесь он попытался изобразить актуальный Палих, каким он видит его сейчас. Здесь есть, например, образы его соседей. То есть, используя те старинные каноны, он пишет женщину, которая делает маникюр. Очень она мне, например, симпатична. Он дает им имена, он их рассаживает в окна и говорит о том, что это, с одной стороны, окна в мир художника для зрителя, с другой стороны, это окно в Палих. То есть зритель может прийти и подглядеть. В соседнем зале у нас идет сейчас выставка Евгении Наймушиной. Это ее первая именно персональная выставка. И идея-то ее очень тоже такая мирная и спокойная, без суеты. Там она представила экспозицию, серию работ, которая называется «Местные». Это все люди, которых она видела, может быть, где-то собирательные образы, людей, которые не спешат жить, которые радуются жизни, которые находят себя в каких-то маленьких приятных делах, в труде. И это заключительная у нас выставка в рамках входа. Это Анна Демидова с выставкой «Марокко». У меня работы все из серии «Марокко». Я ее писала около 2 лет. У меня в Марокко живут родственники, поэтому я там была много раз. Первый раз поехала на первом курсе института. И вот за это время собрала очень много материала, этюдов, там писала с натуры. И вот по этому материалу я уже создала серию вот эту. Если у вас есть свободное время, обязательно приходите в Пермскую арт-резиденцию. Успевайте еще увидеть заключительные выставки проекта «Вход», посмотреть на актуальный Палих, посмотреть на местных и, конечно же, посмотреть на яркое Марокко.